Нет, всем привет, вы на канале MikerSee. Сегодня на распаковочке полный комплект гоночного квадрокоптера BUX8 с FPV и даже со шлемом. Стоит аппарат около $150. Это новинка, пока еще в продаже его нету, но вот-вот появится. Давайте откроем и посмотрим, что собой представляет этот комплект. Как видим, упаковка вполне надежная. Внизу передатчик. И здесь полностью весь комплект. Инструкция, наклейки. Монитор. В комплекте два аккумулятора. Два, друзья. Это классно. Зарядное устройство. Запасные пропеллеры. Шторка на монитор. Съемник винтов. Отвертка. Кабель USB, микро-USB. Держатель монитора на передатчик. Все. Давайте начнем с передатчика. Приятный на ощупь пластик. Ощущение дешевки не вызывает. Но стики, конечно, лучше были бы хотя бы алюминиевые. Питание от 4 элементов формата 2. Есть триммера. Все, кроме триммера газа. Его почему-то нет. Кнопка фото-видео. Короткое нажатие фото, длинное. Запуск, остановка видео. Кнопка флипов. Да, он может делать флипы. Расходы высокие, низкие. И кнопка блокировки и разблокировки моторов. Сам квадрокоптер размера 250 мм по диагонали. А, вот сразу давайте закрепим держатель. Да, надо просто надавить, она защелкивается. И вот сюда крепится монитор. Тоже защелкивается. Держится довольно надежно. Не болтается. Аккумуляторы. 2S. 1200 мАч. Может быть 1300, я не помню точно. Так, а шторка. Интересно, не пробовал еще крепить. Ага, есть тут места. Вот так это дело выглядит в сборе. Давайте откроем верхнюю крышку. Здесь у нас видеопередатчик. По-моему, на 32 канала мощностью 500 мВт. 500. Каналы переключаются. Камера с изменяемым углом наклона. Причем очень хорошо она вверх наклоняется, то есть летать будет комфортно. Светодиоды. Впереди белые, сзади красные. Моторы бесколлекторные. На них нету никакой маркировки, но будем надеяться, что моторы качественные. Пропеллеры 6×3. И самое интересное, наконец. Сейчас я отложу немножко это все. В комплекте вот такая FPV маска. Я уже примерял ее на себя. Сидит довольно плотно, без засветов. Самое главное, что она очень легкая. Она пустая, в ней нет монитора. Чтобы она заработала, вот сюда нужно установить монитор из комплекта. Своего аккумулятора у нее нету. Есть встроенный аккумулятор в мониторе. И его должно хватать примерно на час работы. Это неплохо. Ну, с маской мы будем разбираться чуть позже. А сейчас давайте попробуем запустить моторы и пойдем на улицу, произведем облет. Посмотрим, как он слушается управления, насколько
точная у него работа системы гироскопов. Чтобы включить квадрокоптер, нужно сначала зажать красную кнопку и включить питание передатчика. Он начал поиск. Теперь включаем питание квадрика. Загорелся зеленый светодиод. Квадрокоптер найден. Ну, попробуем запустить моторы. Вот так вот. Моторы запускаются. Здесь я его поднимать в воздух не хочу. Потому что это все-таки бесколлекторная модель. Довольно опасно. Идем на улицу и запускаем его. Что, давайте облетаем этот квадрик. Для начала зажимаем кнопку, включаем пульт, чтобы он вошел в режим поиска. Мигает зеленый светодиод. Включаем питание квадрокоптера. Сейчас он его должен найти. Да, светодиод загорелся. И этой же кнопкой мы заводим моторы. Квадрик управляется отлично. Он довольно быстрый. Позиционируется как гоночный. Это низкие расходы. Давайте посмотрим, как он стартует вверх. Ну, не очень резко, не очень. Это 2S, не 3S. Переключаем высокие расходы. А, так это первые расходы были высокие. О, оно что. Значит, пульт не сбрасывает положение расходов. Значит, вот это высокие. Сейчас. Вот это высокие расходы. А вот это низкие, плавные. Наверное, для съемки или для начальных полетов. Напомню, камера квадрокоптера снимает с разрешением 720p HD. Как она снимает, посмотрим чуть позже. Сейчас сделаем флипчик. Зажимаем вот эту кнопочку и крутим его. Ну, на месте делает, в точке. Интересно будет пролететь в очках и поделать флипы. Моторы глушатся продолжительным нажатием красной кнопки. Произвели мы облет этого квадрокоптера. Все в порядке, летает отлично. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь моими видео. Продолжение следует.